Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. К концу июня крупно повезет в деньгах некоторым представителям зодиакального круга. Кому именно, узнаете в этом видео. Вторая половина июня для трех зодиакальных знаков станет максимально комфортной в финансовом плане. Появится шанс укрепить материальное положение, нарастить капитал, сделать серьезные покупки. Удача в вопросах карьеры поможет возвести доходы на более высшую ступень. Итак, кому же повезет? На первом месте идут тельцы. Деньги будут тянуться к ним как к магниту. Многим удастся отыскать альтернативные источники их поступления. Это позволит сделать накопление. Есть предпосылки к разрешению назревших денежных проблем. Кое-кому, наконец, удастся расплатиться с долгами. Время благоприятствует заключению контрактов, нельзя его пропустить. Сделки будут прибыльными, ведь финансовая чуткость тельцов на высоте. На втором месте – овны. С середины июня их профессиональные качества будут на пике. В работе это позволит стартовать в нужном направлении и совершить грандиозный рывок. Новая должность потянет за собой нагрузку и много дополнительной ответственности. Но вознаграждение за труды непременно придет. Можно рассчитывать на рост зарплаты, получение премий и надбавок. Авторитет среди коллег возрастет. Также возможно получение выгодных деловых предложений. Но прежде чем что-либо окончательно принять, стоит хорошенько поразмыслить. И на третьем месте идут рыбы. К концу месяца не стоит терять возможности повысить квалификацию. Оттачивание мастерства и навыков профессии вскоре даст плоды в виде служебных подвижек и роста оклада. Заманчивых предложений будет немало, но бросаться стремглав на них не стоит. Спешка здесь ни к чему. Выбор лучше делать осознанно. Не исключено появление новых источников прибыли. Это позволит насладиться тратами и купить то, что давно пребывало в хотелках.